получилось два разных тайма. Первый тайм как-то маленечко не дотерпели, там 15 минут пропустили необязательный гол, потом второй получился. Но потом мы забили. Думал то, что на фоне эмоций получится даже и сравнять. Ну, не знаю, тут ситуация такая у меня. 8 человек травмированных, основных игроков. Сегодня у меня вышли 5 человек. Еще, в принципе, как сказать, они никогда не выходили с начала игры. Молодые, тем более, они местные футболисты. Ну, как сказать, не дотерпели. До 75-й минуты вроде бы как это. Счет был 2-1. Ну, было много провалов. Анжи мог бы забивать, но как-то что-то сдерживали. А потом посыпались. После третьего мяча, конечно, посыпались. Получилось, у меня сегодня три человека сегодня на замене вышли. И то молодежь, опять же, 2001-2002 года. Так получилось. Ну, зато сейчас к следующей игре у меня уже два футболиста, которые пропускали, с карточками вернуться. Будет полегче как-то нам. Где-то сделаем корректировки, где-то посмотрим, подскажу, какие ошибки были, чтобы со следующей игры к игре с Махачкалой, футбольным клубом, чтобы уже такого не было. Ну, что. И поле, конечно, очень тяжелое здесь поле. Очень. У меня капитан команды уж травм на морально-волевых дотерпел игру, потому что выходить некому. Сами видели, разрывы какие получились у нас. Центра вообще не было. Ну, команды, молодежь, это местная вышла, играла. Сегодня у меня 6 человек вышли, они на поле. А получилось уже, когда еще одну замену сделал, получилось 7 человек лимитчиков, ребят. Ну, почувствовали, что такое мужской футбол, что такое вторая лига. Куда деваться-то? Ну, буду надеяться, что будут прибавлять к следующему сезону. Сейчас уж осталось, сколько у нас, 3 игры осталось, получается. Да, главное дотерпеть до этого сезона, до конца, а там уже отдохнуть и готовиться с новыми силами.